motherfucker. Не, ну классно, хоть собрались сейчас, да? Все отлично. Прям настолько все хорошо? Ну да, да, все отлично. Я проверил. Кстати, а ты знал, что сейчас лучше лайк лепить в конце видео, а не в самом начале? Знаешь почему? Так, все живы еще, целы? Живы, здоровы. Женя, ты живой? Да, живой, конечно. Подождите, фонарик надо сразу. Уф, фонарик, это ультрафиолетовый фонарик. Мне больше, знаешь, что еще нравится, что игра по умолчанию Женя делает горбатым. Рандома никогда нет. Он не появляется каким-то другим типом, он всегда появляется горбатым. А почему так? Теперь из серии с серии есть четкое представление, как выглядит Женя в игре. То есть это уже все, это твой именной персонаж. Не менять получается, да, персонаж? Не, конечно. Оставляй. Жек куда-то вышел. Из себя? В окно. Микрофон не могу настроить. Почему-то у меня с шипением за... Выкапывай яму. Он у меня на... 1.5 на 1.5. Треугольник там вбивай. Арматуры и заземляй. Так, может быть, действительно. Действительно. Установи себе шумовое подавление какое-то нормальное. Да, классно будет. Я, короче, ноутбук положил на колени. Сижу на кресле. Так, и правой рукой что делаешь? Вот ты гарантит. Не, он у меня в FPS показывает 185 кадров. На паузе. На паузе. Здравствуйте. Определить тип призрака, достичь среднего рассудка уровня. Градусник я взял, чтобы нам определить, где он и что. Ключи возьмите кто-нибудь. Блин, я пошел за ключами. Как всегда, как эти, блин. Мишель Уайт, ты здесь? Ух ты, что со светом? Ничего. Мигал. Вы здесь, Мишель Уайт? Ух ты, она опять здесь. Вы добрая или злая? Что такое? Вам пи***а, походу, да, ребят? Так. Дверь зак... Да, мне... Олег! А, ты твою с***у! Дай я выйду. Не трогай дверь, дай я выйду. Она что, Женька, что ли, засадила? Да, да. Женек! Женек! Да ладно. Без вазелина. Свечи даже не помогли. Welcome, добро пожаловать, да? Я и коврика басу сейчас. Приуныл. Ладно, поехали. Да когда падал, она тебя душила, ты уже обосрался. Уильям Уильямс, ты здесь? Ты кто? Покажись. Уильям Уильямс. Вот он. Уильям Уильямс. Кажется, он сейчас Женька задушит. Он слева, он там. Подожди. Что не за нахер? Олег, у меня закрыто. Ты щелкаешь? Кто спит? Парни. Живые? Пока да. Он прям за Женьком шел. Я его видел с топором. Выходите, он ушел. Тарелка упала. Я видел, как он передвигал предметы сейчас на столе со стола. Тарелку вот с этого, с круглого. А и здесь я видел, как он за Женьком прям с топором шел. Уильям Уильямс. Задуши Женька. Задуши Женька. Ой, я нашел, где трансформатор включается. Он прям напротив Женька. Вот он здесь, я его снимаю. Все, он ушел? Да, да, он ушел. Как это я увидел? Ты доебал. Выходим отсюда. Опять Петель Шушенька спрятался. Вот это скачок здесь был. Это Женя обосрался просто. Который раз уже напряжение. Карен Смит. Прости. Ты дружелюбная? Сейчас другой вопрос зададим. Чего ты do you want, хочешь? Что ты хочешь? Карен, давай, появись уже. Она на тебя отвечает, Женек. Ты ей понравился, Жень. Иди, Женек. С топора? Тихо. Вот она в этой комнате. Она на кровати была. Я сфотографировал. Вон, иди посмотри. Сфотографируй сразу. Ох, я не успел сфотографировать. Открой! Она прям здесь стоит. Карен Смит, надо зайти, наверное. Да, давай, Жень, ну тебе не привыкать. Карен Смит, ты здесь? Здесь? Появись. Пожалуйста. Я тебя не обижу. Это она сказала? Кто именно? Заходи. Заходи. Нет, ему не говорили заходить. Нет. А кто сказал заходи? Значит, получается она. Это кто кричит? Тоже это слышал. У меня аж мурашки по коже. Она мне сказала, заходи. Ну все, Жека, заходи, зачем ты? Донна Мур, покажись.
Вот она, видишь, приоткрыла дверь. Какую? Иначе. Вот эту я закрыл опять. О, опять заработал. Ох ты, она здесь вот опять. Да, о, да. Замигала. Ты пи***. Ой, она сзади Дона тебя, Гош. Ух ты, опять. Ты здесь, Дономур? Она рубильник вырубила. Кто видел рубильник? Не знаю, где он вообще. Вот, нашел. Горбатый. Я нашел. Дономур, сыграешь что-нибудь? Он играет, смотри. Играет, играет. Она бежит. Всем, все, вешайтесь. Она ползет. Она ко мне, все. Ты убьет сейчас. Дономур, ты, я твой дом расшатал, понимаешь? Че, боишься? Боишься меня? Ты где, ты где, ну все, до свидания. О, блядь. Дверь закрылась. Обосрался. Все, реальный герой. А, прикинь, Wi-Fi карточка какая-то. А, блин. А чё мне фонарик херовый достался? А купи себе нормальный. Мы себе покупаем просто. Я же купил, только что купил. Ты фонарик просто купил? Нет, ох, лучше не фонарик. А как он назывался? Уф, фонарик. Нет, это, уф, это ультрафиолетовый, а не улучшенный. Женя, ты чё? Мы спускаемся ниже. Здесь стекло выбито. Парни, парни, подождите. Я в холл пришел обратно, а вы от стороны холла куда пошли? Все время направо и вниз. Кстати, жутковатое место, да? Вы меня чуть-чуть подождите, вы сейчас... На тебя сейчас выйдем на это. А, нет. Я уже запутался, у меня с таким фонариком-то... Все время направо идешь, будет спуск лестница. От входа все время направо. Сколько у него длина? Я не знаю. Сколько уже идем? С этим фонариком-то хреново мне. Женек. Я ушел куда-то, я теперь все, я теперь в темноте, я даже не знаю, куда идти, вправо, влево, как куда. А что случилось-то? У меня яркий свет появился, просто яркий свет. Может, ты в зеркало? Я испугался. Нет, нет, нет. Ты за собой двери не закрывал? Нет, парни, я вижу. Ну-ка, ну ты тоже ходи, свети фонариком. Мы, если что, увидим, где ты там фонариком. Я на свет иду, я свет увидел, все. Я все, я к холлу прибегаю. Все, я к этот иду. Я здесь, парни. Где ты? Блять, я не в ту сторону, я по кругу пошел. Прикиньте, я опять вернулся туда, куда пришел. Короче, холл найдешь, придешь в холл. Женек вообще с таким фонариком. А ты дверь открываешь, Женек? Я ничего не открываю, я просто шел прямо и все. Я даже не могу предположить, возле какой стены. Ты где? Куда ты пошел? Сейчас мы наткнемся. Не бегай. Помнишь, когда бегаешь, призрак быстрее тебя. Все, я нашел. Я нашел. Я в холле, парни, я в холле, все. Стив Робинс. Стив Робинс. Отзовись. Видел, как у Женька голос меняется? Вообще, да. Сейчас более уверенный стал, да? Да-да. Парни, выйдите в коридор, выйдите кто-нибудь. Здесь? Половина один. Все раньше не шли. Пацаны, оба-на. А выйдите, пожалуйста, в коридор выйдите, пожалуйста, кто-нибудь. Я не знаю, где вы сейчас. Слышь, как он разговаривает. Все, вижу фонарики. Я, кажется, не в ту сторону пошел. Там темно, пошли туда. Пойдем. Там темно, пошли туда. Ключи кто взял? Я пойду возьму. Слышь, призрак, короче, выходи. Что-то выносит уже где-то. Да, вообще. Стивен Смит. Ты здесь? А, тихо! Тихо, парни. Обосрался, он наверху где-то просто. Он в комнате, он в комнате. Стивен Смит, ты чё пугаешь так? В смысле? Слушай, а в этом доме вообще призраки есть? Мы точно на этот адрес приехали? Я не пойму, где какой контакт вообще? Полтергайст, что? Слышали, детский? Да, детский голос детский. Был у меня тоже. Стивен Смит, а тут Женя к тебе пришел. Все начинается. Решили на ночь глядя. Стивен, тут. Тебе Женя. Вот здесь, вот есть. Меня кинул предмет. Он вот предмет кинул. Покажите мне. Я хочу его сфотографировать. Это он швырял предмет или я швырял? Нет, он. Опа, свет потух. Ладно. Жека, он тебя душит? Он. Нет! Радиоприемник. Рядом. Он идет! Сейчас Женька схавает 100%. Они становятся активнее, когда жертва рядом. Ой, он, короче. Парни, он сзади, 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 ааа, меня сожрал,
Я это видел. Парни, он сзади был. О, это короче, подвала, короче. С топором он такой добрый уже был. Я пошел отсюда нахер. Я все сфотографировал, кроме призрака, конечно. Ладно, пойдем. Женю уже не вернешь. Пожалуйста. На фотографии ты хорошо получился, слышишь? Олег, можешь посмотреть. На, посмотри. Дайте, я посмотрю тоже. Очень-очень вписался в интерьер. Пойдет. Так, надо посмотреть сначала, что нам надо. Так, сфотографировать это я буду фотографировать. Так, датчик движения есть у кого? Да, я взял. Погнали. Спину прихватило. Ну почему такой длинный? О, ты датчик этот повесил, да? Почему я косточку не могу взять? Любишь, когда дверьми хлопают? Нравится? Скажи, что тебе нравится. Охота началась. Я ухожу. Идет. Где-то идет. Ух ты! Текстуры. Я в текстуры ухожу. В смысле? Ух ты! Дратома. Это знак. Парни, я один остался. Дай бог тебе здоровья. Парни, что делать? Можешь макраме начать делать? Фотографировать, видишь, и зажечь. А, наедине может быть. Вот, я же поэтому говорю, надо, чтобы кто-то уединился. Да, давай, Женек. А в смысле я? Почему должен я уединяться с ней? Психанул. Видишь, мы с Олегом здесь, мы тебя видим, все хорошо. Давай, делай контакт. Делай, говорит, контакт. Женек, говори. Сандра Томас. Сандра Томас. Женек, ну как-то ты мужик или кто ты, а? Скажи как-то, как о, класс. Тихо, тихо, она здесь. Она орёт. Сандра Томас, ты добрая? Души ему. Да это хоть раз посмотрим поближе. Сандра Томас, ты добрая? Вот она же. Какой Сандра Томас, иди лучше. Как она выглядит? Не трогай меня, пожалуйста. Она черная тень такая. Парни, приходите сюда, спасите меня, спасите. Давай. Слушай, она где-то как будто перед нами стоит, нет? Она прямо у него там стоит. Женек, общайся, давай. Установи с ней контакт. Сандра Томас, ты меня пугаешь. Голос дрожит. Да выключите вы радио. У меня радио нету. А кто радио включил? Нету радио. И вообще, я мужчина, так что давай-ка слушай. Ух ты. Олег, испугался? Я испугался, Олег. Так, получше тебе? Санек, в шкаф спрячься и задавай вопросы. Все, калякай с ней, давай. Как думаешь, она его в шкафу задушит или из шкафа достанет сначала? Достанет она его. Не, пожалуйста. Она шкаф... Кто-то включил и выключил. Да общайся с ней. Фоткай. Да нету ее пока. Ты здесь? Спроси у нее, во что вкладываться в 2022-м. Сейчас она в тебя вложится. Я, походу, эту тему... О, дверь. Идет. Она к тебе заходит. Офигеть. Я сфотографировал. Полника ловит. Джека, зови ее! Что, она его душит? О, блядь, убила меня, прикинь. Офигеть, это кто смотри. Такая была? Вот это я ее сфотографировал. Джека, иди смотри, Олег, офигеть. Парад. Джека такой. Прям огонь получился. Не привязался. Вообще, да, классно. Выставь ее в Инстаграм. Бля, я не разобрал, конечно. А, в Инстаграм. На Аву поставь сразу.